кубковое состязание, скажу вещь по времени, все-таки очень не похоже на обычные игры чемпионата. В них команды не могут себе позволить играть не в полную силу. Все решают только победа и только сегодня. Но проигравшему, как говорится, уготовано забвение, поэтому сегодня нам предстоит посмотреть настоящую битву. Территориальное преимущество полностью на стороне атакующих. Штанга! И голкипер хватает мяч. Великолепный пас от голкипера. Пуяль. Защита действует быстро и точно. Это риск, но он оправдан. Но явно поторопился, но не стоило так спешить. Чуть-чуть бы вытормозить. Ух, какими ударами наполнен сегодняшний футбол. Какая смелая игра головой. Красиво. Такую оборону трудно пробить. Нужно поднять глаза, посмотреть, где партнеры. Нужно бросить аут. Наверное, сейчас будет гол. Мяч. О, какой гол! Многие болельщики приехали на этот матч издалека. И тут их любимцы пропускают гол в свои ворота. Этот гол – логическое завершение прекрасно проведенной атаки. Месси. О, как их много. Что-то задумали. Иньеста. Здесь нужен только розыгрыш, и тогда атака может изменить счет. Иньеста. Хави. Отлично. Иньеста. Нападение множество вариантов. Есть возможность для навеса. Какой хороший пас. Это шанс на гол. Игрок забивает гол. Даже не хочется прерываться. Так хорошо прошел первый тайм. При перевесе в два мяча главное не расслабиться. Какая скорость! Какая скорость! Промчался по полю с мячом в ногах и с ветром в ушах. Месси. Главное не заигрывать в этой ситуации. Ну что, защитнички, близок локоток, а не крушишь? Не смог он удержать мяч. Судья показывает угловой. Да, это был не лучший угловой. Иньеста. Спокойно обороняется эта команда.
остановить нападающего. Хави. Иньеста. Мяч переводится сразу вперед. Удар. Защитник бросается под мяч. Прекрасная игра головой. Игрок пытается увести мяч из опасной зоны. Отличная комбинация. Такой рискованный удар. Не точно бросает мяч вратарь. Вратарь играет руками и спасает свои ворота. Вратарь посылает мяч далеко вперед. Очень хорошо. Он обошел опекуна. Ну, еще немного. Дожать. Последний защитник. Остался играть только его и ворота в центре. И мяч уливается почти к центру поля. Аут. Игрок ведет мяч из-за боковой. Как всегда, традиционно, броском в круг из-за головы. Заговорился я что-то. Защитник сумел прочитать действия соперников. Ну что, народу много, можно массу комбинаций разыграть. Доли секунды есть на принятие решений. Штрафной. И с угла вратарской сейчас будет произведен удар от ворот. Мяч снова в игре. Очень техничная игра головой. Ну, редкий талант. За его игрой просто не отрываясь следишь. Мяч попадает прямо в вратаря. Хави. Какая точность и какая удача. Команда пробует пройти по флангу. Что они предпримут теперь? Кажется, на защиту ворот бросилась вся команда. Перерыв. Счет 2-0. Первый тайм позади. И победителя матча мы узнаем по результату следующих 45 минут. Начертив передачами на газоне что-то замысловатое, команда забивает гол. Великолепный перехват. В такой ситуации бывает трудно выбрать, кому отдать пас. Защитник уверенно набирает мяч. В атаку пошла вся команда. Давай же! Вратарь! Мяч в игре. Нет, подкат был выполнен слишком небрежно. Какая возможность? Не смог удержать мяч. Вратарь
отразил атаку, даже несмотря на то, что удар поворотом проводился с очень выгодной позиции. Отлично играет головой. Ну же, какой шанс? Будет ли гол? Очень сильно был послан мяч. Неплохо, красиво, но мимо. Хороший пас, игрок свободен. Нужно собраться. Прекрасным стилем вратарь забирает мяч. Команда полностью перешла на чужую половину поля. Редко можно так поразиться игрой защиты, но сейчас я поражен высочайшим уровнем взаимодействия и яркой игрой. И пошли, пошли, пошли. Месси. Хорошая схватка. Мяч на фланге. Будет ли подача? Классный навес. Иньеста. Какой грамотный перехват. Всей командой пошли вперед. Мяч до сих пор в игре. Хороший, точный пас. Судья не остановил игру. И они выбивают мяч подальше от ворот. Четкая, организованная игра. Нужен один точный удар. Вот почему у нападающих такие дорогие контракты. Именно они делают счет. Сложно сказать, рабочий это был гол, или, так сказать, фартовый, но очень быстрый. Итак, счет 4-0, соперников просто рвут на части. Месси. Как говорится в голливудских фильмах, я просто делаю свою работу. Браво, защита! Искусный пас. Нападение в ударе сегодня. На мгновение всем показалось, что мяч летит точно в ворота. Пике. Он получает мяч. Надо забивать. Не удержал мяч. И штрафной, можно было и карточку показать, но команда легко отделалась. Какие-то странные решения сегодня у судьи. Я не понимаю, почему здесь только штрафной. Играть. Последний защитник. Осталось обыграть только его, и ворота взяты. Такой подкат. Достоин аплодисментов. Врешь, не пройдешь. Четко взаимодействует команда. Выход один. Гол! Умопомрачительный гол. Классная сегодня игра. Тренер должен быть очень доволен такой игрой команды. Что ж, и это нога. Другой удар. Очень опасный удар мяча. Похоже, сейчас игрок не попадет в мальчишки. Мне кажется... We'll be right back.